Но сейчас новость последнего часа. В столице Киргизии, в Бишкеке, произошел взрыв. По словам очевидцев, дым виден у посольства Китая. Оно находится на юге Бишкека. Власти уже назвали произошедшее терактом. По предварительным данным, на воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой. В ней находился террорист-смертник. К зданию посольства Китая уже прибыли пожарные, врачи. Район перекрыла полиция. Пока информации о жертвах нет, но мы будем держать вас в курсе и сразу расскажем, как только появятся новые обновления. Пока можем только сказать, что власти сообщают о нескольких пострадавших охранниках посольства Китая.